Всем привет, с вами снова Фанта37. Сегодня покажу, как установить моды на BIMG Drive. Первым делом нужно скачать моды. Моды скачать можно с любого сайта. Ну, к примеру, с этого сайта. modsgaming.ru. И, допустим, скачали моды. Скачали мы и машины, и карт. Дальше мы на игра расположение. Его нажимаем. И чтобы установить машинки, заходим вот в эту кнопку. И кидаем сюда эту машинку. Все, машинка установлена. Чтобы установить карту, нам нужно зайти в эту папку. И кинуть туда тоже карту. Видите, карта установлена. Не буду заменять. И все. Считайте, что все установлено. Дальше, ну, заходим в BIMG, что проверяете. После того, как мы зашли в BIMG, ищем карту, которую установили. Ну, так как я карту не установил, можно, в принципе, нашли и нажимаем играть. Все. Это так, очень легко и просто. Всем пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.